Австралия, Германия, Италия, Швеция, США, Чили, Китай, Россия, Аргентина, Эстония, Азербайджан, Беларусь, Австрия, Хорватия, Болгария. 54 страны, 38 языков, 7500 человек и одна древняя наука, которая объединяет всех. 9 ноября весь мир в единстве к добру. Всемирный каббалистический конгресс в единстве к добру. С 9 по 11 ноября в Ганета Аруха, Тель-Авив.